В силу, что Сеул и Москва разделяют общую позицию о непризнании ядерного статуса Северной Кореи. Ким Юджон, младшая сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, как стало известно, занимает высокий пост. Он указал на необходимость обеспечить надежную защиту суверенитета и целостности Российской Федерации и ее союзников. Особое внимание обращаю на необходимость комплексного подхода и объединения всех органов государственной власти при решении задач в области обороны страны, заявил президент. Путин также отметил, что за последние годы в России завершено формирование целостности.